Среди тех, кто испил чашу войны, полную горечи, страданий, унижений, голода, побоев, одиночества и полной незащищенности, были не только ветераны, но и бывшие малолетние узники фашизма. В тот далекий летний день, 22 июня 1941 года, люди занимались обычными для себя делами. Они даже не подозревали, что все это скоро кончится, и на устах будет только одно слово – война. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 годы, украли детство. В поселке Вагулка Шалинского района живет замечательная женщина Иганова Людмила Владимировна. Этот скромный и добрый человек – моя бабушка. Родилась она 20 сентября 1932 года в деревне Семенова Пермского края в рабочей семье, в которой было трое детей. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было всего 9 лет. Отец семьи был призван в трудовую армию, так как ему было уже 59 лет. Он восстанавливал разрушенные железные дороги. Война и дети. Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят. Война разом оборвала их веселые песни и звонкий смех. Вся тяжесть труда в тылу легла на плечи женщин, стариков и детей. Большими были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки. Тысячи гектаров скошенного хлеба, тысяча связанных снопов, тысяча намолоченного зерна. Бабушка и другие дети помогали старшим ухаживать за колхозным скотом, возили сено, солому на лошадях, затем сами разгружали телеги и складывали корма. Постоянно болели руки и спина. Было очень тяжело. А в дождь, когда нельзя было работать в поле, писали дети письма солдатам. Для того, чтобы поддержать их, пожелать им победы над врагом, да и просто сказать какие-то добрые слова. Бабушка успевала учиться в школе. В это время у ребят было обострено чувство взаимопомощи и взаимовыручки. Помогали все, чем могли. Один учебник делили на класс, научились бережно обращаться с бумагой. Хранили каждый клочок бумаги. Карандашей не было, а так хотелось получить знания в школе, поэтому писали углем. Время было голодное. Из гнилой картошки пекли лепешки, из ботвы свеклы варили суп. А так радовались маленькому кусочку сахара. Не во что было одеться, обуться. В основном перешивали из старых вещей. Ушло детство с войной. Некогда было играть, учиться. Поэтому моя бабушка смогла получить образование всего 4 класса. Глядя на эту женщину, не скажешь, что ей пришлось столько пережить. Только набегавшие время от времени слезы говорили сами за себя. Конечно, моя бабушка не взорвала танков, но ее работа была не менее важна. Чтобы победить эту страшную войну, нужны были не только боевые действия солдат, но и труженики тыла. Герои живут среди нас, и не всегда их разглядишь в скромном человеке. Thank you.
Долгожданную новость о победе над фашизмом деревня Семенова узнала 9 мая 1945 года от председателя колхоза. Что тут началось? Слезы, крики радости, боли и страдания. Все перемешалось. Рыдали те, кто похоронил войну своих родных и близких. Смеялись и плакали одновременно. Поистине радость со слезами на глазах. Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв. Сколько матерей не дождались своих сыновей. Сколько жен не дождались своих мужей. Сколько сирот осталось на нашей земле. Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов. Поздравляем сегодня героев, отцов, всех военных, трудящихся тыла. Поздравляем проливших за Родину кровь и отдавших последние силы. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет взвод, далекий год на пленке старой. Нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны пожары. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее. От ран обид земля дрожит теплом души, ее согреем. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. В лихом бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера, что больше их пришло живых и рядовых, и офицеров. Придут весной, как прадед мой, и в дом родной откроют дверь. Помню свет далеких лет, свою страну я буду верить. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и с войны домой вернулся. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. После войны бабушка работала в колхозе. В 1950 году ушла на кожкомбинат. В 1956 году вышла замуж и стала работать на железной дороге. Бабушка подарила мужу 9 детей, 4 сына и 5 дочерей. За это она была награждена медалями. Медаль материнства первой степени и орденом «Материнская слава» третьей степени. Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
Бабушка награждена медалью за долголетний добросовестный труд. Ей присвоено звание ветерана труда. От имени президента Российской Федерации награждена юбилейными медалями. Так, будучи еще совсем ребенком, бабушка заработала великое и почетное звание «Труженик тыла». В настоящее время бабушка проживает одна в добротном доме, на радость своим родным и близким людям. Это трудолюбивая, скромная, добрая женщина. Дети и внуки любят свою мать и бабушку и заботятся о ней. Я живу одной мыслью, чтобы все дети были счастливы и не видели разлуку, голод, не снились кошмары про войну и жили мирное время.